Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами снова Джиггернаут, и это Days Origins. В предыдущей серии я говорил, что полечу на сектор Б. Я спрятал свою машину, то есть за антиангары. И сейчас собираюсь все-таки лететь на сектор. И вот уже выставил на взлетную полосу свой кукурузник, который нашел на этом же аэропорте. Ну, я думаю, уже пора лететь. Погнали. Ну, с Богом. Надеюсь, здесь точно так же он взлетает, как на всех остальных серверах. Спокойно взлетает. Убираем закрылки. Все отлично, все нормально. Да, мы летим. Мы наконец-то летим. Так, ну. Давайте маленько пролетим по городам, посмотрим, что именно у нас есть. Вдруг что-нибудь пригодится. И потом прямиком на сектор. Чёртово колесо крутится. Да ладно. УАшка стоит. УАШ-1. Отлично. Это город у нас Молотовск. Отлично. Надо будет запомнить, что там УАшка стоит. Так, сейчас еще раз прилечу. Нет, не еще раз, а в другой город прилечу. Посмотреть. Здесь должен стоять Ми-17. Как я помню, прямо на площади. Так, но его пока что не видно. Или я просто ошибаюсь? Да, его почему-то не видно. Видать, кто-то уже опередил меня. А нет, вон, только это не Ми-17, а Little Burns. Да, Little стоит. Little и пикап. Также там стоят казармы, можно залутаться. Отлично, теперь, ага, смотрим, ага, вертолет стоит. Ну и теперь погнали на сектор. Так, сейчас поставлю метку, посмотрим, сколько лететь до него. Черт, загрузка долгая. Ну, давай пока. О, отлично. Так, ну я сделаю пока. Нет! Что я сделал? Это просто. Это просто. Ну зачем они сделали вот это вот возрождение? Я хотел просто звук убавить. Дамы и господа, вы видели мою... Просто... Я не знаю, что сказать. Это просто... Без комментариев просто. Все. Я готов сам себе выстрелить голову. Суицид сделать. Хорошо, ладно. Сегодня сектора не будет. Как-нибудь в следующий раз. Всем доброго времени суток. что? Артеон. Ну, короче, говоря,
Я снова на ногах. Там получился у меня краш, то есть я нажал возродиться. Я не думал, что это работает даже. Теперь буду знать на всякий случай, если где-то респонусь совсем фигово вместе. Ну и респонулся я в каменях. Как вы видели, какой-то Антон проезжал на УАЗике. Ну, он по-любому меня бы сбил, потому что я бандит. Хотя у меня хуманити не такое уж и низкое, то есть 760 это не так уж и много. И сейчас постараюсь добежать до аэропорта. Ну или хотя бы как-нибудь залутаться. Так, Антон. Антон, подвезите нас. Ну, этот Антон сейчас может где-нибудь засесть и просто выслеживать меня, чтобы убить или еще что-нибудь. Хорошо, добегаем до аэропорта, тогда возобновляю там видео. Просто сейчас очень долго бежать до какого-нибудь крупного поселения. Увидимся на месте. Ну вот я и добежал до поселения. Сейчас я хочу посмотреть, на месте ли Урал. Урал с синим теном такой должен быть. Можно сказать, цивилион. Он находится вот в том городе. Город называется Екатеринбург. Ну и там, конечно же, нет, Урала нету, это печально. И там поди что смогу набрать всякие запчасти, всякие колеса, опять же. Потому что там много факторов, которых можно залутать, различные детали, запчасти и много чего. Опять же, вернулся к тому же. К тому же моменту, когда я нищий, не без ничего. Я вот только что нашел элиспак. Ну, конечно, оружие с ботов. Я не стал записывать это, как убивал их. Но стоило было бы записать, когда у меня было 4 патрона в дробовике и 1 патрон в ПМ. Сумел убить одного бота, забрал у него М-ку. Их было там 5. Ну, уцелел как-то. Дождался момента, подбежал к того бота, которого убил, залутал его, ну и спокойно отстрелял всех остальных. Так, теперь нужна нам машинка. Я думаю, что здесь, в Екатеринбурге, есть ванна. Ванна такая прикольная машинка, самодельная. Так, автобуса нету. Так, надеюсь, хоть какая-нибудь техника тут и осталась. Я так думаю, что все игроки респаются в этой локации. Не понял. А где запчасти все? Так. Второй ангар. Да, во втором ангаре тоже не густо. Фуэра. Ну вот, автомобильное стекло. Да, конечно, надо все собирать. Я хочу все-таки сегодня починить вертолет и слетать на сектор. Выходной день, почему бы и не записать. Завтра надо будет отдохнуть от всех своих неудач. Вот надо было мне разбиться именно так глупо. Вот, наконец-то нашел тулбокс. Ой-ой-ой. Зомби, тихо. Ты что? Воздух-то не бей, что он тебе сделал? Так, ну ты чё, сейчас по контейнерам побегаем.
поищем что-нибудь ценное, то есть сам ротор, самое главное. Ну, не дать ротора тут. Ротором тут и не пахнет даже. Да. Бедный какой-то сервер, даже ротор не могут заспавнить. Ничего нету. Ладно, пробежимся по вот этим факторкам. По заводам. И посмотрим. Да. Нифига тут тоже нету. Вот, колес, колесо хотя бы. На одном колесе уедем. Я тоже думаю, что не уедем. Да, вот у меня один единственный патрон в ПМ. Почему-то я не смог поднять топорик, кто-то уже его обыскивает, нормально. Так, взял. Да ты что ты? Прям впритык, что ли, тебе надо? Взял? Нет, не взял. Ой, ёп твою... Взять! А, понятно. Извиняюсь, моя ошибка. Бинты, бинты, бери бинты и вали отсюда. Слышу, в конце города какая-то перестрелка. Хотелось бы, конечно, сходить туда, посмотреть, кто там бьется с ними. И причем там жестокая перестрелка. И там рядом есть полицейский участок. В нем можно хорошо утонуть. То есть по оружию и по всякой всячине. Но нам самое главное сейчас надо найти ротор. Ротор. Так, ну сейчас... Так, Урала точно нету? Да, Урала нету. Ладно. Будем искать тогда другую машину. Чтобы добраться до одного из вертолетов, которого я видел. Так, я все ближе и ближе к этим выстрелам. Так, шаха, это она текстурная. И вот здесь вот, за вот этим заборчиком, должна быть ванна. Ее тоже нету. Видно, все уже отсюда увезли. Спрятали. Ладно. Всем привет. Привет. Так, да, полицейский участок не забирал. Посмотрим, что там есть. Давайте сразу пробежим на тот гаражик. Так, 10 минут до рестарта осталось. Все как-то. Не очень хорошо.
Ни машин, ничего нету здесь. Надо было респануться все-таки в том же месте и забрать свой лут. Свою машину, точнее, на которой он уже на ходу. Так, ну да, ладно. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Так, патроны калашу, попить, G17. Это бинты у нас. SA-58V. Патроны к какому-то ПМу. Калаш, ну и все, тут ничего хорошего, оказывается, и не было. Помню, когда-то я сидел на вот этой вышке, и танк Империи. Так, а у нас морфи есть? Конечно же, нету. Ни крови, ни морфи. Да, ни крови, ни морфи. Хорошо, давайте посмотрим. Вот вам и морфий. Короче, возьмем. А то там прям стреляешь что-то так агрессивно. И пару крови. Колесо, запчасти и все. Так, одну минутку. Так, я снова здесь. Извиняюсь за паузу. И бежим на те выстрелы, которые были сделаны где-то в той стороне. В надежде найти что-нибудь помощнее. То есть оружие или можно даже идти в технику. Эх, ура, почему ж ты не на ходу? Пять минут до рестарта. Ну, это вечно так всегда. Так, вижу. Вижу, была какая-то бойня. И что-то еще мелькнуло. Типа же... Воу! Фух. Офигеть. Я даже маленько чуть-чуть. Ну... Вау, он живой, что ли? Кто? Откуда? Где? Какая тварь? Вот он. О, живой. Охер. Сколько же их тут было-то? Вот это. Вы видите, над ним какой-то красный кружочек. Что-то мне тут стало интересно, что же это за красный кружочек над ним светится. Так, мне нужен побольше рюкзак, потому что я все-таки найду патропак это. 8 всего лишь слотов, нафиг он не нужен. Так, ну я скидываю запчасти, колесо 2, 4, 6, 8, 10, забираю М24, стекло скину, патроны, что еще здесь, G17 возьму. Изрядно они меня подпугали, я сам даже офигел немножко. Так неожиданно выбежали все. МП5 СД-шка. Коробок спичек, набор инструментов, компас. Ну, в принципе, уже все восстановил, то, что я и потерял. Вот, М9 СД лучше возьму. Эту МП5, которую
по мне так яростно начал стрелять, я просто сам офигел. Так, ну тут, видать, они бились с героями. И у них тут Энфилды. Ну, я понял, кто выиграл сразу. Герои оказались лошарами. Так, там опять стрельба. Энфилды слышу и М-ка. Так, тут Винчестер. Что тут еще? Да, давайте еду подсобирать. Потому что как-то они изрядно меня подкоцали. Но я думаю, даже залью себе один пакет крови, чтобы освободить себе место. И куда бы побежать? Так, 1 минута до рестарта. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, оставляйте лайки ваши, будет очень приятно. Ну и до следующего обзора. К следующему обзору я обязательно подготовлюсь, уже будет готовый вертолет, и обязательно полетим на сектор Б. Всем спасибо, до свидания.